Друзья, всем привет, с вами Андрюха. Зашел сегодня на яму, на старую точку 170-210. Посмотреть, как тут у нас рыбка поклевывает. В принципе, рыбки довольно-таки много. Даже такой вот леночек попался интересный, почти 2 килограмма. В общем, кто еще не знает, на карте это у нас прямо возле лагеря. F3, F4, ну, пересечение, в общем, двух квадратов F3 и F4. Так, ну, простоял уже где-то в районе часа 40, друзья. Давайте покажу, что удалось за все это время выловить. А ловил я, друзья, вот на такую вот сборочку венга на 19 килограмм, флюрокарбоновый поводок, и ловил на судаковую вторую. Стоял, значит, тройничок, берсерк, хук, единичка с оперением. В общем, киты, друзья, как обычно, довольно много, но попадается еще и кижуч и микижа. Правда, не в таких больших количествах, как хотелось бы. Ну и, собственно, нерочка тоже залетает, вот как сейчас. Неплохая такая нерка залетела. В общем, давайте покажу садок. Как раз уже, друзья, на яме вечер. Так, ну вот, собственно, весь садочек. Старался брать одни зачеты. Довольно-таки много киты. Самая крупная 7900. Да, почти 8. Так, кижуч. Кижуча не так много, всего 4 штуки. Пару леночков, мальмы довольно таки прилично, 3,5 самая крупненькая, 3 микижи, несколько нерок, и залетела одна, друзья, чавыча. В общем, в принципе, последнее время, вот после обновления, честно говоря, яма не особо радует. Но постоять, половить, друзья, всегда можно. Также люди здесь писали, что на Западно-Сибирске также берет. Но надо быть осторожным, потому что я вот попробовал покидать Западно-Сибирскую К-004. Мне залетела вот эта вот чавыча. А для чавыч надо, естественно, сборочку помощнее какую-то делать. В общем, как-то так, друзья. Заходите, пробуйте. Точка, в принципе, старая, точка рабочая. Рыбка ловится. Так, что еще хотел сказать. Кто еще, друзья, на канал не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. Тем более, на канале у меня их довольно-таки много. Так, ну что. Вечер. Сейчас, наверное, пойду сдаваться. Вот и глянем. Кстати, да, посмотрел в заказе. Был налим от 5. Но, к сожалению, ни один не клюнул. Вообще ни одного налима на этой точке не было. В общем, сделаю, друзья, последнюю проводку. И посмотрим, что вообще из этой рыбалки вышло по серебру. Но, честно говоря, я думаю, не очень-то и много вышло. Если выйдет хотя бы 500 за все вот это время, сколько у нас? Час 42 рыбачу. Да, ни одного налима так или не клюнуло, к сожалению. Ладно, давайте посмотрим. Благо тут бежать недалеко. Точка находится прямо возле лагеря. Может быть, какой-то заказ обновился. Поэтому первым делом посмотрю. Так, окунь, корюшка, голец, голец сибирский, налим. Вот висит один, три. И ты появилась. 60 монет. Так, хариус я, естественно, такого не ловил. Кижуч трофейный и трофейная микижа. В общем, 60 монет только с кафе вышло.
Вся же, друзья, остальная рыбка 616. Ну, это 600, почти 80 монет. Получается, еще 2 часов нету. В общем, такой вот, друзья, результат. Не знаю, вам решать, заходить на точку, пробовать или не пробовать. Но, в принципе, постоять, половить можно. Друзья, с вами был Андрюха. Всем удачной рыбалки. Всем пока. До новых встреч.